Друзья, всем привет! Совсем скоро вот-вот-вот Новый год, и я хотел поблагодарить всех вас, что вы смотрите небольшой канал, поздравить вас с наступающим Новым годом, надеяться, что 22-й год наконец-то уже принесет добро во все семьи. В Латвии, возможно, подешевеют коммунальные платежи, электричество и газ, так как это многих людей очень пугает, особенно людей со средним достатком. Здоровье будет у всех, и вы будете так же само смотреть небольшой мой канал «Чудак и рыбы-монстры», потому что я сегодня гуляю в торговом центре, покупаю подарки, как всегда, суета, все ходят в маске, в масках маски. Я хожу в маске, а так все люди ходят в масках. Покупают, это у нас кинотеатр, елочка вот такая вот красивая. Мне что-то на душе, хотелось остановиться, записать и просто еще раз вот сказать всем большое спасибо, потому что все больше и больше нас становится на канале. Ну, сравнительно канал. Канал «Аквариумистика», она не может быть вообще огромным каналом, потому что это «Аквариумистика», это любители. Профессионалы, наверное, не будут смотреть профессионалов. И смотрят или диванные эксперты, или профессионалы, которые осуждают. А вот мы, ребята, у которых несколько аквариумов дома, что-то делают. Я много-много в этом году тоже и ошибок совершал, что-то неправильно делал. Ну, ничего страшного, то есть все пройдет, все сделаю правильно, как я думаю. И самое главное, что я вам все показываю, рассказываю. Ни в одном ролике я никого не учу, как делать, а я показываю то, что делаю я, конечно же, совершая ошибки и получая довольно дорогостоящие уроки для себя. Ребят, еще раз всем тепла, доброты в 2022 году. Надеюсь, в конце 2022 года я могу так же само вживую поздравить вас, рассказать, потому что 2022 год будет очень сложный для меня. Для меня, для моих близких. Ну, ничего страшного, прорвемся, и у вас все будет хорошо. И я надеюсь, у меня тоже. Всем, друзья, всем пока-пока-пока.